Привет! Всем привет! Мы сегодня открываем такие чудики. Да, у нас коробочка свитбокс сегодня. Да. Сегодня у нас свитбокс дракончики. Первый раз мы такую коробочку видели, да? Да. То есть здесь коллекция каких-то вот дракончиков, аж 6 штук. Обжорка, Злодюка, Силач, Хитрюга, Ворчун и Плюх. Посмотрим, кто же нам попадется. Там еще внутри, скорее всего, какие-то конфетки. Поскольку свитбокс это сладкая коробочка. У нас внутри аж две коробки. Вернее, два пакетика. Да, такой сладости, а в этой. Да, здесь какие-то конфетки мягенькие. Да. А здесь у нас какой-то монстрик. Так, надо вот так вот. Опа, доставай. Кто нам там попался? Ес! Первый такой! На коробке. Такой, как на коробочке, да, у нас попался? Давай я покажу его. Вот такой дракончик. Правда, ничего не разбирается и не крутится. Зовут его Злюка. То есть нам попался Злюка. Тут даже есть инструкция. Да, все-таки в наборе 6 дракончиков всего лишь. Ну и тут немножко расписано про этого Злюка. Опять конфетки. Да, конфетки пока в сторонку. Да, вот сюда будут. Угу. Так. Дракончик. Надо было взять ножик. Кто же знал, да? Да. Так, доставай. Кто нам попадется сейчас? О, какой интересный. Наверное, это... С чупа-чупсом. Да, наверное. Это... Это, наверное, обжорка там была. Да, обжорка. Так, обжорка есть. А ну, как его зовут? Да, на самом деле это обжорка. Любитель что-то пожевать. Угу. Ну что, кто у нас следующий попадется? Будут все разные, как ты думаешь? Не верю. Не можешь давать? Да? Давай я здесь открою сразу. Давай. Держи. Доставай. Фиолетовый. О, это как... за... Фиолетовый у нас написано Ворчун. Давай покажу. Ворчун. Дракончик. Вот такой. Ему постоянно что-то не нравится. У него такое лицо даже. Он вечно чем-то недовольный и ворчит. Вот такой. Эй, не хочет стоять. Так, ну что, кто нам попадется в последнем нашем пакетике? Доставай. О, вот сам аж выпал. Ну, кто это? Ну, какой-то такой довольный. Как же его зовут? Его зовут Плюх. А ну дай инструкцию удачно. Вот его инструкция. Вот он, наверное, сворчена. Да, это Плюх. То есть, видишь, нам сегодня попалось 4 разных дракончика. Да. Очень веселых. Если у нас видео, то ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Пока-пока. До новых встреч.